Ну і ми починаємо з американської піаністки українського походження Надії Шпаченко. Вона володарка премії Гремі і випустила новий альбом «Вторгнення. Музика і живопис для України». І присвятила його своїй батьківщині. Всі кошти від продажу цього альбому Надія пообіцяла передати гуманітарним фондам, які працюють в Україні. Вона зараз долучається до нашого прямого ефіру зі Сполучених Штатів Америки. Пані Надія, вітаємо вас в прямому ефірі 1+1, вітаємо вас в Україні. Ну і принагідно не можемо не звернути увагу на вашу зачіску, на колір вашого волосся. Скажіть, будь ласка, це давно у вас от такий лук, як то кажуть, по-модному зараз? Вітаю. Здравствуйте. Я, к сожалению, пока еще по-украински не очень хорошо говорю. Я начала сейчас учить серьезно украинскую мову, и я надеюсь через 6-8 месяцев говорить свободно. Поэтому я буду сейчас по-русски пока. Я потому что я из Харькова, и всегда так, когда до того, что я уехала, все говорили по-русски. Насчет волос. Война началась 24 февраля. Это был мой день рождения. И это самый ужасный день рождения, конечно, и это такой был ужасный для меня день, и я вот с того времени только об этом и думаю, об Украине, о войне, как помочь, как показать солидарность. И я очень скоро после того, что началась война, 8 марта, собралась с коллегами, которые тоже музыканты, и мы сделали концерт, чтобы собрать деньги для Украины. Мы собрали 45 тысяч долларов, мы все играли вместе. И я вот в этот день, 8 марта, покрасила вот так волосы, и вот после того у меня все время так, то есть в поддержку Украины. И я выступаю с этими волосами, мне кажется, я люблю вообще своим, как вы сказали, лук, я люблю сказать что-то важное. То есть для меня сейчас это очень важно, поэтому вот я так сейчас сделала с волосами. А, пані Надія, а чи залишилося хтось із рідних у вас в Харкові? У меня папа и вся семья вот с его стороны, они все там в Харькове, и он, конечно, сейчас не в Харькове, он там был долго, сначала в подвале, потом стало очень там опасно, но он в Украине, он не хочет уезжать, и он снимает место, то есть сейчас там, где менее опасно, но он сейчас в Украине, я с ним каждый день говорю. И мне кажется, что это ему помогает, и это мне помогает, и вот он мне даже помогает сейчас учить украинский язык. Пані Надія, до речі, от ви кажете, я в Америці вчу українську мову, а як це технічно відбувається? От як ви вчите? Слухаєте, читаєте вголос, говорите, як? Да, я начала слушать, то есть я начала слушать много новостей, конечно, вот после того, что началась война, и то есть особенно вот когда Зеленский говорит, и есть перевод на английский, то это очень помогает, то есть я слушаю и смотрю субтитры, и в общем это мне как бы сразу начало, я начала вспоминать, то что я когда была маленькая, я в школе учила язык, но говорили мы всегда по-русски, но мне сейчас так очень захотелось выучить и начать говорить по-украински, и я очень была занята, конечно, вот подготовкой к этому альбому, но вот сейчас, несколько недель назад, я решила очень серьезно заняться языком, и я вот так час-два в день я этим занимаюсь, есть такой app, Duolingo называется, то есть я каждый день делаю там всякие уроки, и кроме того, один из художников, который вот в этом проекте в моем, Юрий Нагулко, он мне порекомендовал очень, он посоветовался с филологами, порекомендовал мне много разных сайтов, где тоже можно уроки делать, и так что я вот этим всем сейчас занимаюсь. Пані Надія, ви згадали, я немножко понимаю. Ви згадали художника, так, и ваш альбом – це не лише музичне мистецтво, це так само і живописи. У нас є невеличкий шматок, власне, малюнків, які увійшли до цього альбому. Давайте ми зараз їх подивимось, і потім ви розкажете, чому вирішили поєднати і музику, і образотворче мистецтво. Thank you.
мурашки по тілу від цієї музики, і от поєднання. Я хотіла вас запитати, для чого ви вирішили додати цей візуал, але мені здається, що зараз ми розуміємо, для чого, хто автор цих малюнків. Замечательные художники в Украине, с которыми я связалась и попросила их написать картины, нарисовать artworks, то есть некоторые писали картины маслом, некоторые в компьютере, то есть, и кроме того, я купила и использовала много рисунков, которые уже были нарисованы о войне. Значит, я нашла художников, я очень много смотрела по интернету, смотрела, читала статьи и смотрела на живопись, я очень люблю живопись. Я увидела, что очень многие сейчас рисуют и как бы передают то, что они чувствуют вот сейчас, когда началась эта война, передают живописью. И это очень сильная вещь. То есть живопись и вообще искусство, и музыка, и живопись, и поэзия. Мы как люди искусства, мы... То есть это наша как бы... Это наш долг, и это тем, как мы можем рассказать о том, что происходит. И я, в общем, поэтому я очень много интересовалась, и я нашла вот этих замечательных художников. Значит, один из них, Юрий Нагулко, он в Киеве, он сейчас живет в Киеве, и он буквально чуть ли не каждый день или каждые несколько дней заканчивает картину, все время продолжает писать картины. Значит, Юрий Нагулко, Лесия Бабляк, она вообще из Киева, но у нее даже история такая очень трогательная, как она избежала от бомб вообще в последний момент, потому что она жила возле Бучи, и там, в общем, страшно, что творилось, и она потом уехала в Львив, и потом обратно переехала. Но она вот целый альбом сделала «Жовто-синий», то есть там именно вот все о войне, и очень, очень много замечательных совершенно рисунков, и там на многих выставках сейчас это... Значит, вот я использовала много ее рисунков. Потом Катя Прусенко, она тоже из Киева сейчас, раньше из Донецка, и потом в 2014 году ей пришлось оттуда уехать, и сейчас она живет в Киеве. Значит, она мне сделала на компьютере очень замечательные такие рисунки. Потом Олена Папка, она тоже очень много рисует сейчас и о войне, и она много собирает деньги, помогать Украине, помогать армии. Значит, я тоже вот у нее использую ее многие картины в этом проекте. И кроме того, еще есть студия, называется Аза Низимаза в Харькове, в моем городе. Совершенно гениальные дети, по-моему, с ними работают, с этими детьми. И когда началась война, и все жили в метро, многие семьи жили в метро, они, Микола Коломиец, он как бы там главный художник, и он, значит, работал с этими детьми в метро каждый день, когда они там прятались от бомб, и они совершенно замечательное искусство, они сделали там выставки, когда дети, вот как они видят войну своими глазами, я нашла тоже много рисунков, которые я использую в этом проекте, прямо из Харькова, сделано этими детьми. Пані Надія, крім того, що ми бачили малюнки, ми зараз, поки ви говорили, ми бекграундом чуємо музику, власне, вами створено на основі, напевно, тих свідчень, які ви бачили. Ми про вас дізналися, насправді, не лише зараз, коли ви випустили цей альбом, а коли 2 роки тому ви стали володаркою Гремі, і ви завжди себе так позиціонували, як українська-американська піаністка. І це, звичайно, великий успіх, це таке втілення американської мрії, приїхати, досягти, стати відомою. А скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, чого бракує Україні, аби для нас здійснення отаких мрій, це теж було досяжно, щоб українська мрія так само існувала, як американська мрія, маючи на увазі, що людина, маючи талант, може всього досягти сама? Ну, я не знаю, я не уверена, что я совсем поняла вопрос. То есть, вы можете мне перевести? Я думаю, как это правильно еще раз сформулировать. Как сделать так, чтобы, перебуваючи в Украине, піаніст, маючи теж талант, так само міг отримати Греммі? И чтобы украинская мрія была такой самой реальностью, как и американская? Понятно.
Мне кажется, что нужно играть, нужно сотрудничать с многими композиторами. То есть то, что я делаю, это уникально в том смысле, что я сотрудничаю с композиторами, и они пишут музыку вот сейчас именно для меня, то есть новую. И так как эта музыка новая, это как бы это что-то интересное и уникальное вот для классической музыки сейчас. И вообще я очень надеюсь сейчас больше сотрудничать с композиторами вот в Украине. Я раньше сотрудничала с Юрием Мищенко, он, к сожалению, умер в 2021 году в мае. Но я много с ним сотрудничала, и я ездила в Украину, делала премьеру его второго концерта для фортепиано, и сонаты, и шестой, и многих произведений. Но и еще я сотрудничала с несколькими композиторами. Но я надеюсь сейчас вот связаться с большим количеством композиторов, и я вот планирую сейчас концерты вот со своими учениками, тоже вот для Украины, и они все будут играть произведения украинских композиторов. И мне кажется, что вот если мы все будем сотрудничать, то есть... Опять-таки, я не знаю, конечно, как вот тот, кто сейчас в Украине, если человек может вот продолжать играть и продолжать писать музыку, я надеюсь, что это, конечно, что это может узнать весь свет и что можно получить Грэмми. Я не знаю, как это в принципе получается. То есть я уже здесь как бы давно живу, и поэтому меня как-то здесь уже знают, но я вот сейчас очень интересуюсь тем, что в Украине и какая музыка сейчас там пишется и что там происходит. И я надеюсь, конечно, очень, что кто-то, который сейчас там живет, тоже сможет получить такую премию. Но вообще музыка, я никогда не играю для премии, то есть это, конечно, очень приятно мне, что я получила эту Грэмми, но моя роль, моя цель всегда это именно... находить людей, вот, которые талантливые, у которых есть воображение и которые могут что-то сказать новое вот, в классической музыке, и с ними сотрудничать, и их музыку продвигать, и как бы таким образом, чтобы классическая музыка, она была новая, и она была интересная, то есть не все время, чтобы одно и то же все играли, а вот именно вот продвигать то, що нове. Пані Надія, на завершення, оскільки ми добігаємо вже часу, напевно, вас дивиться ваш батько, який найскладніші часи пережив у Харкові. Що ви хотіли би йому сказати, користуючись нагодою прямого ефіру? Щоб в безпеці вони всі там були, але я це желаю йому, і всій сім'ї, і взагалі всім українцям, не тільки моїй сім'ї. Я дуже всегда вам дякую. Надія Шпаченко, піаністка, володарка премії Греммі, яка свій останній альбом присвятила Україні, була гостею прямого ефіру 1+1. Дякую. Дякую.